капитальный ремонт в отделении травматологии и ортопедии областной детской больницы начался в апреле этого года. На полное преображение отделения направлено 16,5 миллионов рублей. В рамках государственной программы развития здравоохранения в Ульяновской области здесь будет отремонтировано более 1000 квадратных метров. На этой площади на сегодня проведен демонтаж и монтаж электрики. Начаты работы по монтажу сантехнического оборудования. Проводится работа по малярного плана, штукатурка, окраска. В ближайшее время здесь начнут укладывать плитку. Обновленное отделение должно стать ярким и веселым, чтобы скрасить пребывание юных пациентов. При отделке будет использоваться цветная плитка, фотообои с детскими картинками. После завершения работ будет закуплено необходимое оборудование для оказания помощи при травмах и ортопедических заболеваниях. Планируется закупка такого оборудования, которое позволит быстрее и качественно выполнять операции, поскольку все современные методики рассчитаны именно на малоинвазивность, рассчитаны на новые расходные материалы, такие, которые не было в предыдущие годы. Соответственно, это ускорит процесс восстановления детей после операционного периода. Завершится ремонт травматологии в середине июля. Напомню, в прошлом году в детской областной больнице проведен капремонт онкологического отделения, где сейчас на лечении находится 25 детей. На следующий год запланирован ремонт отделения педиатрии и офтальмологии. На 2023 год – хирургии.